Всем привет, дорогие друзья, с вами Костя, и это фейл был у меня в прошлой серии, почти прошел. Проходим все четко, быстро, по типа не по стелсу, и... теперь можем по стелсу. Ты же как-то залез в люк, но этот, сейчас надо тогда сразу брать какую-то эротику или как-то, какую-то шнягу, чтобы подлить. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер, сэр. Давай посмотри. То есть это заходим сразу сюда, закрываем дверь. Ну-ка, соседку. Может, в принципе, нам тут и не понадобится. Сейчас без пальмы надо... Все. Не дадим. Прям даже удачливо получилось. Сейчас он сразу не подлет даже. Сейчас нам быстренько только пробежаться. Да, надо пробежаться за Санта-Клаусом. Да, даже там пригодился тут. Санта-Клаусом. Все, уходи. Иду. Все. Сюда. Тут сейчас фейковый момент может быть, а может и нет. Это вам бы. Тут как-нибудь с ним расправиться. Ну, хватай же за его. Так, запалили. Узнаем про этот проход. Ну, они сейчас увалят так меня. Какой фейл. И вот тут нож бы пригодился в большом случае. Фига, девушка с пистолетом. Я ж с ума схожу. Надо срочно переодеться. Разъемственного телохранителя. Так. Уже запалили. Приступаем к такому моменту. Тащите. Все. Вот такой у тебя хранитель. Так и переоденемся. Наверное, уже файл получился. Никто не слышал. Так. Еще не пришли. Что здесь? Все. Никто что не слышал? Во. Прям в тот же момент. Прям в тот же момент. Вот такой вот он остался. Даже мы меньше миссии будем проходить. Может сразу зайти их перестрелять, нет. После этого, наверное, блин, я, наверное, буду проходить Walking Dead, The Walking Dead, первый сезон и второй. Наверное, ну, наверное, не точно. А, скорее всего, да, буду проходить. Стрёмно только. Ну, сразу бежать и нет, как-то стрёмно. Даже стрёмного ничего. Сразу все разбежались. Тут это самое то. Вот прям как годится. Прям. Надо каждый раз так бегать. Прям. Я так проследить, чтобы никто на тебя не нарвался. А потом я тебя столкнул. Ва-ха-ха-ха-ха. Ой. Ва-ха-ха-ха. Там запалили трупов. Ну, блин. Так. Не в то место. Так, так, пойди. Если что, что где? Мучитель смертью или легкой смертью? Я тебе выберу легкой. Мучительная это душилка. Всякие
прятал. Всякие шприцы. Да, это слишком. Или пистолетами. Это быстрая и мучительная смерть. Как тебе прострелят голову? Мне кажется, самое легкое это столкнуть его. Нет, это легкая самая смерть. Сейчас бежим. Бежим. Вроде бы туда, да. Главное, чтобы нас не спалили, только придется переодеться. Переодеться это нам крайний случай надо. Так, что-то вроде того. Вон дудан. Тогда это что, никто не охраняет? Тогда сразу. Вот студия. Мы же агенты все такие. Сосиска. Где он может быть? С собачкой, жуликой или как? Так, у него собака. Ну, видно, тут его нет. Это точно. Блин, как бы ему наш кто-то ушел. Заходи. Ты собака, отвлекайся на меня. Сосиска. Ну и конечно же сосиску взять. Что-то ему сосиска не нравится. Какая-то стрёмная. Так. Томатик. А? Что такое? Блин, надо позвать. О, бежим! Блин, нет, не сюда. Вот сюда. Что? Чего тебе? Можно котету украсть взять? Там этого убили. Так что иди пока. Гуляй. Ты свободен на сегодня. Туда еще не нужно? Что тут? Мужик, куда полез? Хитман, ты куда полез? Нам сейчас нужно найти способ, как свалить отсюда. Так. Что? Нет, это нижний ход. Надо... А, все понял. Все, сразу теперь нам должно получить. Ой. Мы в одежде. Нам сюда можем? Я должен вас обыскать, сэр. Не надо тогда. Почему, в принципе, и надо. Сразу... Выброшу здесь. Выброшу. Мину. Мину можно. Все, мину. Выброшу.
Принц. Дальше у меня такая удавка, которую выпрыг. В принципе, можно отвлечь ему монеткой, если. Ну, обыскивай. Оружия у меня вроде бы и нет, кроме монеток. Спасибо, проходите. Ну, ладно, и на этом все. С вами был Костя. Подписывайтесь, ждем новых видео моих новых прохождений. И, наверное, скоро эту игру пройду. Надеюсь, я скоро ее пройду. Да, и проверим, сколько шума. Шума от нас много, но сильнее, чем больше. Давайте подкупить свет. Нет, это я не хочу ничего деньги тратить. Ну, ладно, всем пока.